Ведущая торжественной церемонии, посвященной выпускникам Московского государственного института культуры 2019 года, народная артистка Российской Федерации, заведующая кафедрой сценической речи Ангелина Михайловна Волк. Здравствуйте, моя дорогая институтская семья! Я очень рада приветствовать вас всех сегодня. И, конечно, в первую очередь я хочу поприветствовать педагогов и родителей, потому что, ребята, именно от них зависела и зависит ваша жизнь. Не моя ученица, но тоже с особой радостью. Шишенина Юлия Вячеславовна, красный диплом. Добрый день. Юлия Шишенина, 555 группа. Класс народного артиста России, профессор, резидент Леонид Арашкин.